8 мая в бассейне «Альбатрос» состоялось традиционное спортивно-патриотическое мероприятие «Эстафета Победы». А мечи разных возрастов проплыли вольным стилем эстафету 77 по 50 метров и показали, что для них праздник Победы – важное событие, а также выразили поддержку российской армии и президенту страны. Это уже очень серьезная большая традиция. Эстафета Победы проводится не первый год, и я стараюсь все время в ней участвовать, потому что понимаю, что плавание – это такой прикладной навык, который необходим всем. Мы все посвящаем эту эстафету дань памяти тем людям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас вот гибнут люди при исполнении долга в ходе военной специальной операции. И это тоже наша эстафета, это тоже поддержка решения президента за то, чтобы денацифицировать и демилитаризировать Украину и отогнать фашизм от наших границ. К этим стартам присоединились и известные омские спортсмены. Одними из первых 50-метровую дистанцию преодолели двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко и бойцы команды «Шторм» Шлеменко «Fight Team». Всегда стараюсь поддержать это массовое мероприятие, где спортивные мероприятия, массовые. Всегда заряд позитивной энергии, бодрости, силы духа. В преддверии большого праздника вот такое мероприятие, оно в очередной раз объединяет людей, ну и показывает молодежи, что мы помним, чтим подвиги наших предков. Чтим, уважаем и помним подвиг наших предков. И, как говорится, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Поэтому мы поддерживаем, мы поддерживали и будем поддерживать российскую армию. Очень многие участвовали в эстафете Победы целыми семьями. Очень полезно, поэтому участвуем в этом мероприятии. Всего в заплыве приняли участие 230 омичей.